Короче, мне сейчас позвонили с номера 900 и сказали, что типа с вашей карты хотят перевести 30 тысяч рублей. Я не понимаю. Я говорю, да такого быть не может, потому что... А, и они говорят, просто нет, номер 900, это же вроде как бы официальная организация или что? Или мне кажется? И они говорят, вот к чему я говорю, говорят, скажите, пожалуйста, номер вашего, номер карты и с обратной стороны CV-код. И я такая говорю, ну да, да, конечно, это из-за них, у меня звук прорвался, поняли, поэтому я, ну, ушла из эфира. Когда кто-то звонит, а звук в эфире, ну, перестает работать, поэтому я, собственно говоря... А, вот, мама пришла. Поэтому я, собственно говоря, вышла и зашла заново. О, дети, про вас спрашивали. Мам, они такие мне сейчас говорят, скажите, пожалуйста, номер вашей карты и с обратной стороны этот, как? Пин-код. Пин-код. А, ну это все. Развод. Ну ты поняла, что это нельзя, мать. Да ну, конечно, я такая говорю, это ничего не скажу. Да, конечно, но это смешно. Это даже я понимаю в своем возрасте. И такие деловые, говорят, быстрее, быстрее. Чувак аж заикается. Видно это. А ты сказал, сейчас, садитесь, найду карту, сейчас, подождите. Сейчас я поищу. Скажи все сейчас карты. Все, которые есть, да? Знаешь, какой вышел срок годности? Чего ты, а? Вот бы он положил по ней. Так. Ну что, мои хорошие. Вы молодцы. На улице промозглый ветер. Промозглый. Не могу по-другому сказать. Машенька сделает чуть короче для этого. Ну, это вообще-то были мои волосы на том посте. Так, дорогие друзья, все, сейчас я отдам все, что для вас приготовила. У вас есть последний шанс. Вот. Вот. Сейчас, мальчики, сейчас приведу. Подписаться на всех моих друзей. И на этом все. Вот. Нажимаете на циферку и все. Блин, что-то плывет фильтр, что ли? Мы пока с вами идем краситься. И все. У вас есть еще 10 минут, дорогие мои. А мне нужно быстро этот. Итак, поехали. Первое это. Кому-то сейчас я духи. А. Женщина какая-то звонила. Подожди, я духи. Сейчас нервничаю. Это мой любимый. Кстати, я только что машину после... Папа нет, папа очень странный. Даже не хочу это комментировать, потому что мы прилетели на Новый год только потому, что мы должны были оставить собак. И мне пришлось перенести поездку, чтобы вы понимали, билеты с трудом. И, ну, те, кто со мной давно, они знают, с... 18 января, точнее, с 17 на 20 февраля, потому что мне нужно было найти, кто будет сидеть с моими собаками. В итоге я решила, как в первый день, как мы только приехали с поезда, поехала к девушке прям познакомиться. Я не знаю, что со мной произошло, как почувствовала. Я приехала к ней, и вот, я говорю, она мило меня встретила, и мило со мной общалась, пока не вышел этот мужчина. И теперь я договорилась на субботу на вечер познакомиться еще с одной девушкой, тоже здесь живет, на Щукинской. Говорит, вот у меня двое деток, очень, ну, такая милая, ей 37, наверное, лет. Вот. Мне очень она понравилась по разговору. Сказала, что из дома никуда особо не выходит, поэтому как-то так. Но, конечно, это паника нереальная. Я над своими собаками трясусь так, что вы даже себе... Фу! Представить не можете, как я над ними трясусь.
И когда какой-то мужик непонятный выходит и что-то делает, ну это вообще, как бы, слов моих нет. Дорогие друзья, вы не пишите мне, все равно выберу рандомно, поэтому я пока вам просто рассказываю про свою собаку. Мам, можно я пойду краситься? А, еще вот что я вам приготовила, забыла показать, кто хотел. Мам, мне краситься надо. Вот, это потрясающая штука, даже не знаю, вы, наверное, сейчас сойдете с ума от радости. Вот, это тренажер, не тренажер, а как это называется правильно, от отеков у меня. Как открыть? Вот. Можете вбить, ну, короче, очень крутой, с щеточкой, вот, вот с такой вот. Видно, нет? Не видно, да, наверное? Массажер, тренажер. Я туплю почему-то, но, наверное, это от усталости у меня происходит. Мама, супер, спасибо большое. Думала, мама телефон потеряла. А, как я выбираю? Я очень добрая душа. Вот, смотрите, как я выбираю, вам сейчас покажу. Вот. Аккаунт мой. Сейчас я фильтр отключу, это плохо видно. Вот мой аккаунт второй, но тут такие же подписки, вот. И тут я захожу на резерв, вот. Так вот, нажимаю количество тех, кто, ну, подружился, и рандомно. А когда я фея, я в окошке, ну, в окошке просто выбираю. То есть вот, для тех, кто спрашивал, что делать, вот, в правом верхнем углу, вот это окошечко и все. Вы дружите со всеми моими друзьями. Так, мам, иди выбирай. Слушайте, здрасте. Ой, я фильтр отключила. Да, неважно. Ой, ужас какой. С фильтром кошмар. Я без фильтра ужасная. А я с фильтром ужасная. Слушайте, я вам сейчас расскажу один анекдот. Но там одно слово будет с матом, матерком. Я его, конечно, опущу сейчас. Не, мат нельзя здесь. Мата не будет. Ну, как бы вы поймете. А, значит, ну, кто-то встречается и говорит... приметы. Мужчина сидит, сидят мужчины между собой, разговаривают, один другому говорит. Представляешь, оказывается, сейчас, Вань, сейчас. Есть такая примета, что если вот, например, вот как раз Маша держит, Маша как раз себе, да? Если, говорит, держишь ложку в стакане, там положил сахар, размешал, и надо вытащить, и тогда пить. А если вы не вытащили вот так вот, то значит жизнь у вас будет нарушена. Он говорит, ах, другой говорит, так вот из-за чего от меня жена ушла. Из-за этой ложки. Ну вот так. Привет из города Нижневартовск. Привет. Ну, там что-то... Машуля моя. Слушайте, а еще анекдот такой шикарный, знаю, про... А что, Маша это разыграла уже или нет еще? Вот стоит у нее приготовленное.
Так, что там мама Оля выбирает? Здоровья вам, Марина. Спасибо, Мариночка, и вам всем здоровья, мои дорогие. Всем здоровья, всем всего хорошего. Ой, так жарко. Но если что-то мне там есть, есть, но не хочу что-то при вас раздеваться. Вот так вот. Спасибо. Вы знаете, я вчера в одном месте была. Такие видела валенки. Валенки, расшитые камнями. И вот женщина сама эти валенки шьет вообще просто. Она сама делает вот аппликации на них. Такие красивые просто. Так, мамуля выбирает. Да что я выбираю? День рождения. Вот тут хочет подарочек. Привет. Доброе утро. Здравствуйте. О, я тоже с Вартовска. Вартовска, это ведь черная где? Самара. Самара. Привет, Самара, родная. Привет. Знаете что, я вам так скажу. Вот вчера, например, еле приползла. И пока с утра вроде встаешь, неплохо. Но потом, к вечеру, конечно, силы иссякают полностью. Ну, сейчас сколько время? 12. Ну, пока еще вроде ничего. Я просто стараюсь, знаете как? Хорошего дня, миленькие, и вам тоже, Ксюша. Откуда оно уже в моем возрасте может быть здоровье? Но я стараюсь не поддаваться и все-таки как-то держусь. С Москвы, привет, с Москвы. Ой, любим, не могу прочитать. Муж. Муж. Машуль, где Маша, чтобы вы выбрали? Нет, Маша, ты ждешь, чтобы тебя выбрали. Ну вот, вы знаете, привет из Белоруссии, привет всем, очень рада вам. Так, поехали. Идет вам этот цвет, духи хочу на день рождения. Вот видишь, какая-то девушка просит духи. Выбирай. А? Выбирай. Прям выбрать вот эту, кого? Вот, кого выбрать-то? Так, тостер. А так и не выбрали тостер, да? Ну, вчера я ушла из эфира. Ты ушла вчера? Да. Ой, так, тостер, духи, еще одни духи. А, я пошла еще с духами. Маша, а что это, порвала? Доставала и порвала. Так, Маша. Вы помните условия, да, дорогие? Вот. Ты порвала вчера, вот. Да? Вот. Мой аккаунт. Вот, Мэри. И здесь в разделе подписки, Маша, просто подружиться с моим друзьям. Ты все. Порвала вот это, да, напусть? Что? Вот это. А, это я сейчас доставала. Ну, а что ты доставала? И порвала я показать, через коробочку. Ну, я хотела показать еще. Ну? Ну, ничего страшного. А что? Ничего страшного? Ага. Ну, давай. Что? А что ты хочешь? Ты это показала кому? Что? Всем показывала. Просто показывала? Все, давай, или все подряд. А? Давай. Так, а их ты будешь тоже разыгрывать, да? Что ты сейчас сказала? Нет, вот мне. Зачем отдаешь ты мне? Ты мне отдаешь или нет? Да мой хороший. Игрунчики мои, вот они наши игрунчики. Вот они у нас играют, играют и играют. Как это наш? Ну кому я отдаю? Идите, игрушечку, возьмите свою игрушечку. Давайте, играйте, играйте, мои хорошие. Пошли, игрушечку. Где игрушка наша? Так, поехали. Проверяем. Ищем. Листаем. Листаем. Смотрим. Какие милашки. Да. Ребят, не пишите, что вы хотите, пожалуйста. Я и так нервничаю. Так. Оксана. Проверяем Ксю. Как я проверяю? Отправить сообщение. Все. Идеально. Она подружилась. Сейчас я отправляю сообщение. И идем с вами дальше. Я без фильтра, блин. Простите. Вам, наверное, страшно, да? Очень страшно, да? Где игрушечка?
Тащите игрушку, будем так играть. Несите игрушечку. Зай, двигайся. Привет. Подожди, я ей пишу. Так, игрушечка. Ну, вот, колесико, на. Идите, вот колесико, на. Оп. Давай. Жду иди данные. На. Оп. Все, супер. Вы сделали снимок аппарата. Все, отлично. Мам, что ты делаешь? Я только что им дала. Ничего ты не дала. Мне этого красивого специально издевать. Так, дальше смотрим. О, ответила сразу. Блин, так приятно. Сразу была. Так, давайте, у нас больше нет времени ждать. Так, вы помните, что надо делать, да? Дорогие друзья. Вот мой аккаунт. Блин, да что ж такое-то? Плохо видно. Подружись с друзьями. Все, больше ничего. Да, проверяем. Очень хочу. Привет из Крыма. Привет. Привет, мои хорошие. Я случайно открыла вот эту штуку. Мама спрашивает, когда у тебя эфир? У меня? Ну, когда у меня эфир? Ну, вот сейчас точно не будет, потому что я сейчас должна уезжать. А ты же не смотришь? Что? А? Что? Ты же не смотришь, что пишут сейчас, ты уж отошла. Привет с Казахстана. Машенька, все хотят, чтобы ты подарила духи. Надо выбрать. Я выбрала уже одну, сейчас вторую. А, выбрала уже? Из окошка буду выбирать. Из окошка будет. Привет с Волгограда, привет. У вас такая лестница шикарная в Волгограде. Спускаешься с этой лестницы роскошной. И там, мы, по-моему, даже на верблюдах катались. Что-то такое было. Ей привет с Крайнего Севера. Ой, привет, Малика, привет. Привет с Ишкаралы. Ой, там у нас... Иди спи, Олечка. Ну, вы знаете, кто же спит 12 дня, ложится спать? Я уже выспалась. Привет из Башкирии, из Ишкаралы. Почаще бы так. Ну, конечно, почаще бы, ну, чаще. Тетюль, привет. Да, все хотят. Тула, привет. Маш. Ой, поздравь меня, говорит, вчера родились 5 котят. Поздравляю. Ой, ой, привет из Липецка. Друзья, я пошла быстро краситься. Сейчас поставлю окошко. И пока еду... Выберу кого-то из вас, только не пишите мне, пожалуйста, в директ, потому что у меня тогда миллионы сообщений. Вот. Мне просто сейчас написали, что нужно уже в час быть на месте. Поэтому я прям бегу, выхожу из эфира, чтобы все успеть. Бегите ко мне в сторис.